Усилить контроль за незаконной миграцией и организовать правильный досуг для неблагополучных подростков. Таковы итоги последнего в этом году координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ярославской области. За последние годы поток мигрантов в нашу область увеличился. Председатель правительства региона Дмитрий Степаненко призвал усилить работу по учету иностранных граждан. Также остро стоит проблема профилактики преступности среди несовершеннолетних. Как отметил Дмитрий Степаненко, в этом вопросе важен комплексный подход и совместный. Местная работа общественных институтов. Образование, школа, и семья, и спорт, и в таком коллективе подростков находится. У нас с агентством физической культуры происходит. Дмитрий Дмитриевич. Ваша работа должна быть более активной. То есть у подростков в таком возрасте у нее не должно быть вообще практически свободного времени.